Хорошо. Это легкие цели были. Так, тихо. Малыш едет, видишь? Сейчас мы тебя... щелкнем, подожди. А, ты еще и перевернулся, нифига себе. Получай тогда. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру про танки. И сегодня мы будем проходить эту серию и зарабатывать деньги. Да, О, подожди. Вертолетчик. Ой-ой-ой-ой, вот это вообще не люблю. Не люблю я вот этого вонючку. Сейчас мы его попробуем подбить. Так, опа, вот этого подбили. И он нас немножко задел. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же нехорошо-то, а, ребята? А вы что здесь встали? Тоже хотите? Немножечко свинца. Так, а ну-ка этого сейчас. О, мимо. Есть, готов. Подбили мы вертолетчика, и этого сейчас подобьем. Так, мимо. Вот пушка слишком задрата у него. Пушка, пушку задрали. И он не очень удобен, этот танк. Да, он большой, у него много мощи. Но дуло я бы немножечко ему вниз бы сделал. О, ребята перевернулись и начинают стрелять. Так, есть один и второй. Хорошо. Это легкие цели были. Так, тихо. Малыш едет, видишь? Сейчас мы тебя щелкнем, подожди. А, ты еще и перевернулся, нифига себе. Получай тогда. Вот так вот. Хорошо. Едем дальше. У нас сейчас скоро появится босс. Надо будет... А босс я не знаю, какой будет. Может быть... Тихо. Нифига он сколько раскидывает ракет. Босс, возможно, будет, ребята, вертолетчик. Но это, я не... это не точно. Поэтому не могу сказать. Может быть и танк. Тихо, да, ты меня не стреляй. Мне сейчас с боссом драться надо будет. А у меня будет маленькое ХП. Так, ну вот, вот и босс. А босс у нас на какой... Ох, нифига. На каком он танке. Это не очень такой интересный танк. Он мне не нравится. О, попадаю. Попадаю. Есть еще один удар. Да, ё-моё. Надо уничтожить, ребята. Чтобы мне дали звездочку. Есть, уничтожили. Я заработал звездочку, а это говорит о том, что мне будет сундучок. Да, сегодня я буду сундучок открывать, наверное. Так, давайте зайдем в классический, давайте зайдем в зимнюю войну. Так, и отправляемся. А, я не зимнюю выбрал, что ли? Ладно. Тут у нас по монетке всего лишь получается. А я хотел, чтобы... Ну ладно, здесь тоже можно босса уничтожить. Тут тоже много монеток, кстати, лежит. Мы их сейчас будем забирать. Так, вот этого еще один удар и все. Отдыхай. Отдыхай, чувачок. Так, вот этого тоже сейчас быстренько уничтожим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой ты быстрый. Подожди. Да ты че? Серьезно, что ли? Сколько ударов ты мне нанес-то? Хорошо, что я немножко прокачал танк-то свой. Есть, уничтожили. Вот этого теперь большого уничтожаем. Давай, стреляй. Есть. С одного удара мы его взорвали. Так, малыш вот этот. Получай. Мне вот эти нравятся маленькие, они так легко уничтожаются. Это тоже средний танк был. Вот, и вот он наш босс. Удар грома. Ё-моё. Нифига себе. Есть. Еще один удар. Ох ты, уничтожили. Интересно, дадут нам звездочку или нет. Так, ремкомплект мы сейчас, смотри, с тобой. О, до максимума, представляешь? Подлечились. И едем дальше, смотрим, где у нас тут кто. Пока никого... О, сказал, пока никого не вижу. И тут приезжает вот этот малышок, который... А я его сейчас... Я сейчас его попробую переехать. Нет, не получается. Ладно, назад сейчас отъедем. А то меня сейчас уничтожит нафиг. Тихо, все, отсюда и начинаем стрелять. Так, мимо. Ой, хорошо, встали. И еще одного. Хорошо, едем дальше, смотрим, кто там еще. А, вот еще, смотри. Нифига тут сколько танков-то, а? Три танка, как минимум. Так, а ну-ка, еще. Ой-ой-ой-ой. Все, танки уничтожены, ребята.
Теперь наши монетки мы спокойно с вами забираем. И у нас, смотри, уже 300 монет, офигеть. Без трех монеток. Сейчас найдем еще монетки. Так, на всякий случай. О, вот, вот и монетки. Все. Теперь у нас официально 300 монет. Ребята, 304 даже монеты. Это очень даже хорошо. На, получается, с одного выстрела. Это маленького. Вот, о, это вообще нехороший. Хорошо, что я его быстро убил. Так, давай, вот это вот, давай, стреляй, стреляй. Есть. Все, и забираем монетки. Если они мне дадут, вот эти чуваки стали тоже здесь. Ну, я отсюда нормально вас уничтожу. Есть. Еще один. Чё ж меня шатает так, а? Да ё-мё, куда я там выстрелил? Все. Так, ребята, напишите в комментарии, какой ваш любимый танк? Вот этот большой или поменьше? Кстати, напишите привет, я вам передам привет в следующем ролике. Вот, а привет я еще хотел бы, знаете, да, передать еще Жене Море и Скромному. А также я хочу передать Таке тоже привет. Вот. Если хотите, чтобы я вам передал привет в следующем ролике, напишите в комментарии под роликом. Привет, передай привет. Вот, все, на меня уничтожили, к сожалению, и мы отправляемся на базу. Да, да, да. Давайте идем. О, чуть-чуть осталось мне до звания майора. Я думаю, сегодня мы майора-то откроем спокойно с вами. Так, переходим, значит, в классический, на зимнюю войну. Давайте попробуем сейчас возьмем маленький танк. С маленьким танком. Немножечко поездим. А то мы его вообще не берем. Редко берем, кстати. А он прикольный. Прикольненький танк такой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да, ему приходится несколько ударов делать, но зато он маневренный. Да, ну и стреляет он, может, не сильно далеко. Но уничтожает он тоже нормально. Смотри. Опля, прям хорошо. Ох, нифига он взорвался, смотри. Ой, сейчас главное мне не перевернуться. Да ты чё столько много бросаешь-то их? Так, а ну-ка. Ой, все, взорвался, молодец. Так, это тоже какой-то активный. Чересчур. Вот, перевернулся, так тебе и надо. Все. Так, это тоже опять гранатки кидает, гад. Так, как же меня у тебя... Вот, есть, подбили. Так, ну это будет легко убить, мне кажется. Есть. А вот и наш едет чувак, Легион. Бандит. Ладно, пусть едет. Я думаю, мы его... Ох, нифига, смотри, какие у него ракеты большие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, назад отъезжаем. Сейчас мы его щелкнем. Ох ты, нифига, какой ты опасный тип, а. Смотри, у него прям наводка такая, прям на меня. Есть. Ох, уничтожили. Как я рад. Как я рад, что я его уничтожил. Давайте быстренько возьмем ремкомплект. Подлечимся и едем дальше. Так, у нас тут гора какая большая. Кто у нас там? О, летит уже, смотри, гад. Так, ладно. Ты слишком быстро... Ты слишком долго плавал, слушай. Так, давай еще один ударчик. Есть. Ага, набрали уже 359 монет. Нифига, это я считаю очень много. 359 монет. Скоро до 500 дойдем тогда. Не зря, что мы эту карту купили с вами. 500 монет. Мне нужно вернуть эти монетки. Тихо-тихо-тихо, не переворачивайся только. О! Так, еще один удар. 370 практически монет. Да, сейчас уже вот 370. О, смотри, этот меня переехал, прикинь. Как же он хочет куда-то там доехать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этого главное уничтожить. А, нет, столько монет там было, там куча монет. Нет, я не буду алмазики тратить. Да мне алмазиков-то нету, ребята. И сейчас посмотрим. Да, новое звание. Давай посмотрим, майор или кто? Нет, не майор это, наверное. Сейчас посмотрим, кого... Да, ребята, мне дали майора. Офигеть, круто.
Теперь я официально майор, а не капитан. Да, мне нужно больше танков всяких различных. Вот, такой вот танк маленький. Ну что ж, на этом будем тогда заканчивать серию, дорогие друзья. Большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч на канале Duda Play.